Вакцинация продолжается. Обезопасить себя от новой коронавирусной инфекции решили и в Тюменском центре олимпийской подготовки. Сотрудники и спортсмены Тюмени-дзюдо завершают второй этап вакцинации. В плотном соревновательном графике атлетов при постоянных переездах из одного города в другой это особенно актуально. Я считаю, что все равно это какая-то превентивная мера, потому что позволяет остановить инфекцию. Спортсмен такой человек, кто ездит в разные места, сталкивается в аэропортах, на ЖД вокзалах с большим количеством людей. Есть возможность заражения. Прививка все равно дает какую-то защиту и надежду то, что не заболеешь. И более того, что без прививки не пустят на соревнования. Поэтому нам всем необходимо ставить. Перед поездкой в Токио вакцинацию прошли наши олимпийцы. Наталья Кузютина, Дарья Давыдова и Муса Магушков.